Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о самых распространенных видах стресса у маленьких собак. Маленькие породы собак чувствительны к окружающему миру и поэтому часто испытывают нервное напряжение. Стресс может негативно сказаться на здоровье такого питомца. Чтобы помочь лающему другу избавиться от него, надо выяснить его причину. Из-за чего маленькие собаки чаще всего испытывают стресс? Давайте разбираться. Первый самый распространенный вид стресса у маленьких собак – стресс после поездки к ветеринару. К сожалению, невозможно полностью избежать медицинских манипуляций, чтобы не поставить под угрозу здоровье питомца. Но можно минимизировать стресс от встреч с ветеринаром с помощью лакомств. Поощряйте спокойное поведение собаки на приеме у ветеринара угощением, если это не противопоказано вашему питомцу. Второй вид – стресс на почве ревности из-за появления ребенка. Появление нового члена семьи полностью меняет привычный жизненный уклад собаки. Ревновать и нервно реагировать на детский плач в такой ситуации для питомца абсолютно нормально. В этот период лающий друг теряет уверенность в себе, у него повышается тревожность и раздражительность. Кроме этого, могут обостриться все существовавшие до этого небольшие проблемы. Например, если собака до этого плохо переносила одиночество, то теперь она может вести себя деструктивно. Следующий вид стресса за появление другого питомца. У собак существует четкая иерархия, и появление нового питомца – это всегда перестройка системы для лающего друга. Собака реагирует на этот процесс в зависимости от того, кем считает себя в вашей семейной стае. Уверенные в себе питомцы легче принимают чужака на своей территории, неуверенные расценивают новеньких как претендующих на ресурс, то есть на хозяина. В этом случае справиться со стрессом поможет совместное кормление питомцев с рук в близком соседстве. Это показывает обоим любимцам, что они не угрожают ресурсам друг друга, и что проводить вместе время не так уж и плохо. Еще один вид стресс при встречах с другими собаками. Причин боязни собратьев у маленькой собаки может быть много. Большие габариты других лающих, половая агрессия самой маленькой собаки, неумение узнавать в других лающих соплеменников. Для всех этих разных причин стресса есть разные решения. Можно обходить опасность стороной, не допускать сближения с другими лающими, кастрировать питомца или постепенно адаптировать его. В последнем случае рекомендуется брать с собой на улицу лакомство и поощрять каждый взгляд питомца на другую собаку. Последний вид – стресс от неуверенности в себе и отсутствия нормальных отношений с хозяином. В этом случае питомец начинает вести себя деструктивно, портит вещи, ходит в туалет в неположенном месте, не слушается, выглядит напуганным и кажется неуправляемым. Чтобы не допустить такого поведения, важно заниматься дрессировкой и выстраивать с собакой гармоничные доверительные отношения с самого детства. Теперь вы знаете основные виды стресса у маленьких собак. Если вы заметили признаки стресса у своего питомца, постарайтесь выяснить его причину и устранить ее. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!